Жители улицы Ильской в станице Северской около года пытаются добиться от местных властей провести расчистку русла реки Убин, вернее того ее участка, куда выходит задний двор Северской центральной районной больницы. Два огромных дерева серебристого тополя в прошлый паводок перекрыли реку от одного берега к другому. По ним буквально можно перейти на другую сторону. Люди утверждают, что обращались в администрацию и к депутатам, разве что до прокуратуры пока не дошли. Здесь вода поднимается, вот, но когда нет у нее препятствий, она уходит. Вот, сейчас препятствие огромное. Если это препятствие не устранить, это вот лето сухое, воды нет, но это горная речка. А горные речки, они непредсказуемые. Если в горах выпадет снег, и бывают у нас оттепели, то снег тает очень резко, вода поднимается стремительно. А такое препятствие никакая вода не сможет преодолеть. Поэтому она обязательно пойдет через верх. И что будет, трудно сказать. Ну вот, чтобы как бы заранее предупредить это и убрать вот это все. Хотелось бы, чтобы кто-то обратил все-таки внимание на это и решил эту проблему.